Друзья, всем привет! Ну что ж, это тот проект, который мы запустили... Когда? Месяц назад или... Недельки три назад? Да, приблизительно месяц. Ребят, напишите точно, когда мы его запустили, но примерно где-то месяц. То есть я сам не верил в этот проект, думал, ну блин, это так долго, это все, блин, будет фармиться. Ну, реально, очень долго, мне кажется, мы его до конца не доведем. Сегодня мы решили с Серегой записать совместный ролик. Я думаю, вы в курсе, что у нас с ним челлендж, и кто быстрее нафармит косарь, в конце мы должны забатлить. Сейчас смотрите, мы в видосе, будем фармить боксы, но при этом я не знаю, сколько у Сереги, и он не знает, сколько у меня. Но я точно могу сказать, что сейчас у меня будет пол проекта пройдено. Я апну 500 сундуков. А у тебя, чувак, Серега... у меня то же самое, так что ты сильно не обольщайся. Он не видит мой экран, он не знает, но он говорит, что типа меня догнал. Посмотрим. Ну, конечно, это же очевидно. Ребята, в описании будет ссылочка, вы перейдите. До конца ролика посмотрите, сколько нафармит Серега. Вот, и посмотрите, сколько нафармлю я. Ну и подведем итоги. Вот, но я могу вас заверить... Промежуточные итоги? Промежуточно, конечно. Я могу вас заверить, что косарь уже будет чуть ли не завтра. Главное, чтобы вы прямо сейчас прожали лайк и подписались на оба канала. Давайте, ребятки, да. Ну, на самом деле, смотрите уже, сколько пройдено пути. На самом деле, осталось не так много. И мы с тобой... Ой, я тебя заблокировал. Это бан на 30 лет. Ну, давай, ладно, принимаю. Так, подожди. Давай, давай, поехали. Батл один капбоксов. Что ты там, не хочешь пару сундуков открыть на видос? На видос? Пару сундуков? Да. Открой. Что говоришь? Что это за байты? Хотел тебя развести. Я тоже открою, давай. Не, пацаны, я не ведусь, ребят. Что этот холдик хочет, я не знаю. Короче, я тебя хотел бы добавить, что это экватор. Это реально половина, ну, даже больше, чем половина. И я не знаю, сколько у Вани сундуков, он не знает, сколько у меня сундуков, но даже это не важно, потому что это невероятно офигительный проект. Я действительно, видя уже 500 плюс сундуков, понимаю, что косарь — это не то, что возможно, это действительно будет вот-вот-вот уже. Рядом, да. Поэтому следите за этим проектом. Это быстро, это довольно быстро происходит. То есть, ну как сказать, это тяжело и все-таки, наверное, долго, но быстрее, чем нам казалось с самого начала. Мы изначально думали, что это проект до конца жизни Brawl Stars. Да-да-да. Но в целом все реально, и вот-вот мы уже это бахнем. Смотрите, ну что, ребята, гоу катнем в роборубочку? Я сейчас, на секундочку, 6 бойцов всего лишь на аккаунте и 600 боксов. Вы представляете, когда будет косарь? У Сереги тоже там будет косарь, не знаю, спустя месяц после того, когда я нафармлю. Вот, но не суть. Когда у него будет косарь, мы его подождем однозначно, вы подрастете немного. Но когда будет косарь, мы забатлим с ним. И посмотрим, кто выбьет больше бойцов. То есть это очень интересно. Смотрите, следите, подписывайтесь, ставьте лайки. Погнали. Чуваки, я придумал коварный план. И в следующей роборубке, неважно даже сколько сейчас у холдика классов, но в следующей же роборубке у меня точно будет больше. Все, вот да, смотрите, да, вот да. Чекайте. Запомните этот мой комментарий, я вам отвечаю. Все, давай. Ну что, поехали? С рандомом идем? Поехали. Страшно? С рандомом. Страшно, вырубай, поехали. Нереально, идем с рандомом? Я думаю, мы сможем. Ну давай, блин, я просто, знаешь, я... Именно поэтому я слил, короче, тебе в самом начале, потому что я думал, что я смогу с рандомом. Так, ну Джесси, в принципе, блин, так. Нам бы ПМ, конечно. Короче, либо... сколько там максимум у нас? 14 минут надо продержаться, да? 14, да. Максимальная роборубка с 14, да, или сколько она? Что... 13 и 13, по-моему. А, нет, 13-14, по-моему. А, 13-14. Типа, да, вы роборубку прошли. Вот, но на самом деле нам надо продержаться 6 минут, 15 секунд. Вот. Блин, я не проверил даблеры. А ты проверил даблеры? Черт, нет. Но... Я надеюсь, они остались. Но мы там закупали очень много. Мы, ну, если вы смотрели предыдущие серии... Да здесь серии... тонна уже ушла даблеров и билетов. Просто тонна. Да, ребята, это... Жесть, сколько, блин, по гемам вышло. Я, кстати, готовлю ролик, и на этой неделе будет ролик с полными расчетами, прям сколько времени, сколько бабок, прям, не знаю. Ну, а я думаю, вам будет более интереснее посмотреть мой потом ролик в конце, когда вообще на проект сколько ушло. На самом деле, шучу, мне впадло будет это делать.
Ох уж этот холдик, ну понятно. Так, ладно. Ладно, будет всем интересно посмотреть, после того, как я его перегоню по сундукам, тогда, в принципе, можете смотреть без проблем. Сколько ушло там на проект, сколько времени потрачено. Коварный план, это что ты? Приедешь ко мне домой и выдернешь интернет во время роборубки, что ты можешь сделать, чтобы меня догнать? Кстати, откуда у тебя такие годные идеи, блин? Ребят, ставьте лайки, чтобы я приехал и вырубил ему интернет. Вот, понимаете, почему у Холдика 3 ляма, а у меня 2500, потому что у него слишком годные идеи, вот. С интернетом просто шикарно. Можно еще спалить твой комп, короче, ну, например, чтобы ты не мог смонтировать. Ну да, окей, посмотрим. Ну я не знаю, что он должен сделать, чтобы меня перегнать. То есть, я тоже должен пойти с рандомами катать или что? Кстати, идея тоже годная. Ну ты можешь, как я вижу, то есть у нас сейчас, исходя из того, что исходя из предыдущей команды, играю с рандомами, я думаю, сейчас, ты... Так, короче. А сколько у тебя сейчас боксов? Сколько боксов? 500 плюс. Блин. А у тебя? Я думал так незаметно спросить, скажешь. Ну, у меня еще чуть-чуть... У меня больше, чем 500 плюс. У меня тоже больше, чем чуть-чуть 500 плюс. Да? Ну, больше, посмотрим. Я после этого ролика посмотрю, сколько у тебя там боксов. У тебя больше, чем 502? Угу. У меня больше, чем 503. Даже. Кстати. Нифига себе. Это уже серьезно, пацаны. Так, я предлагаю, ребята, смотрите, сейчас скатать роборубку одну, потому что, ну, с ним невозможно играть, он тупит. Чтобы не сливать билеты зря. Я согласен, просто брать третьего дома, это вы понимаете, да, как бы настрой пацана, как бы. На победу, знаешь, настрой на победу. Вот, и пойти покатать в ШД, вот, чтобы было повеселее. Да, нормально. Идем. Посмотрим, сколько мы сейчас продержимся, 6 минут или нет. Кстати, это первая роборубка с Аурумом. Да, кстати, это, возможно, вообще первая роборубка. Да, это вообще... У нас совместные ролики происходили так. Мы добавляли свою вебку на вебку нашего ролика и смотрели... Ну, так записывали совместки мы. До тех пор, пока 4 вебки на экране не было. И тут мы пришли к тому, что давай вместе запишем. Что мы... Ответки пилим. Реально, жиза. Вот. Ну да, ну плюс в ШД. Мы в ШД, по-моему, тоже с тобой вообще-то как бы играли. Да, вот сейчас как раз и посмотрим, что вообще будет. Что ты можешь вообще, да, я согласен. В этой жизни. Так, окей. Так. Ну смотрите, мне, в принципе, это все равно, затащим мы роборубку или нет. Аурму-то не привыкать. А, так вот в чем фишка, ты такой типа, окей, ладно, пойдем с рандомами. Ну, я просто как тебе привычней. Так, ну смотрите, мы уже 4 минуты держимся, удивительно. Это даже странно вообще. Да, это очень странно. Так. По-моему, это наш последний босс. Последний босс? Ну да, сейчас нас убьют. А, да ну. Сейчас все будет нормально. Блин, вот это меня сейчас реально не покидает мысль, а что с даблерами? Мы даблеры... я закупал пачку, да, должно. Просто я не проверяю перед... Я помню, одну катку я запорол, последнюю. Ну, там где-то у меня даблеров не хватило совсем немного. Наполовину хватило, наполовину нет. Ну, да, не я совсем... уже запарился, если честно, проверять, поэтому я тоже не знаю. Ну, это, кстати, первые видосы. Я думаю, ну все, Аурум меня обогнал. Потом смотрю, Аурум с рандомой пошел. Думаю, отлично. Ничего страшного, что даблеры не докупил. Вот. Так. Ой-ой-ой, а что такое? Мы будем так, играть? У меня 143 хп, наш рандом умер. А, просто. Все, понял. Ну, так как всегда. Блин, и я, кстати, умер. Я тоже рандом, если честно. А как вообще с рандомами играть? Можешь? Никак. Вообще никак. Рулить не меня. У нас просто нет ПМ. То есть, блин, здесь бы... Ну, нас никто не хилит. Тогда тут бы и бит бы зашел. Да, или бит. Ну, типа, вот что-то из этого точно должно. Так, ну смотри, мы уже почти продержались. Да, я думаю, мы... Я думаю, да. Я думаю, мы не продержимся. Так, такие желтенькие уже. А, еще она прикольно, смотри, ставит турельку прям в сейф. И они когда подходят, они бьют все равно, я так понимаю. А я сейчас вообще турельки не вижу. Я видел у нее вроде... Чувак, еще 15 секунд. Нет, еще 30 секунд. А вы реснете сегодня? Да. Давайте, я прикрываю. Сначала дальника убейте. А, тут все дальники. Тут все дальники. Давайте.
Живите, и через 3 секунды я появлюсь. Я труп. 603, блин. Так, ну ладно, сейчас узнаем. Момент истины, я даблеры были. Я зафиксировать. Это холдик настоял на том, чтобы... Да, у меня есть даблеры. Да, даблеры много. Есть, отлично, шикарно. Но, конечно, не добили сколько? 20, получается. Yes, все, косарь, пацаны. Залетаем на мой видос, смотрим, и сейчас буду открывать сундуки. Берем большую такую вилку и начинаем снимать лапшу с вашей... Короче, ну ладно, чуваки. Тогда продолжаем. Все, попробуем шедем? Ну да, да, давай. Одну каточку, чтобы... Ну просто я не знаю, хорошо ты играешь или нет, я мне привычнее играть самому. Самому? А ты, кстати, ты дуо катаешь или нет? После 600-700 кубков, да, потому что ШД это дичь полная. Особенно на буле. Ну да. Не, реально, но это невозможно играть вообще в ШД на 700-800 кубков. Ну, в зависимости, конечно, какие персонажи. Вот. Кстати, соло, а ты соло. Апнул своего 8-бита или нет? Нет, 1080 рекорд, по-моему. Я знал это, просто хотел, чтобы ты слушал. Ясно. Окей. Да, ну что там, а Спайпер как там? Сука. Может, реакции сразу пойдем смотреть? Да, Холдик смотрит Аурума стримы. Вы зачекнули? Ежедневно. Блин, ну я дам, это боль просто. На самом деле, ну если шуток, как бы, то да, это боль, короче. Не, ну... Да. Ну ты хоть понимаешь, ну если опять же не шутить, то ты хоть кого-то на косарь апнул. Я вообще, получается, на своем основном аккаунте никого на косарь не апнул. Ну это 8 бит, слушай, его по-моему, апал даже тот, кто Brawl Stars не играл. Не, ну просто реально меня рофлили, типа, да кого ты взял, 8 бит, алло, это неинтересно, 8 бит легко апнуть. Я такой, а чё мне тяжело? Ну у меня просто очень странно было, потому что я хотел апнуть с 8 бит, потом мистера Пи. И потом в итоге, получается, ты 8 бит первый апнул, мистера Пи Шампанов первый апнул. Короче, я такой, блин, ну и просто потом... Да, не так, не так. Шампанов сначала 8 пи апнул, потом... Паш, привет. Паша. Прости, Серегу, прости, Серегу, оговорился. Оговорка по правилу. Негодяй. Так, сначала... Так, давай, апнул Шампанов, потом я и... Ты не договорил. И потом не апнул я. А потом не апнул ты, все. Ну как бы все как всегда. Зафиксировали. У нас таблица, лидерская таблица. Сначала апнул Паша, потом ты, потом не апнул я. То есть все окей. Ладненько. Сейчас Дэрил к нам вылетит. Ну я, в принципе, готов его встречать, банок у него нет. 5 команд, значит. Помогу. Понял, принял. Минус. Все. Ну нормально, нормально, забирай. Нет, не надо. Топ-3, топ-3, это топ-3. Ну, топ-3, норм. Это минус, но это минус 1. 0. А, нет, это 0. Но дадут, а, дадут 0, эти, 0, 0. Дадут жетончики. Ну, да, не так много, конечно. Ну все, у меня даже больше 1000, слушай. Я на этом буду завершать. Мне смысла нету дальше фармить. Я уже все, как бы. Ребят, если хотите, чтобы мы делали подобные совместки угарные почаще, то прожимайте лайк. Ну и для тех, кто не понял, все наши рофлы, они абсолютно дружеские, потому что, мало ли, просто Холдик иногда так жестко шутит, что меня хочет обидеть, блядь. Ладно, окей, это были шутки, да. Не, на самом деле шучу. Ну, типа, просто мне кажется, это довольно отверно. Особенно если вы нормально, у вас все с чувством юмора, то это типа прикольно. Если вы хотите еще больше совместных разных каток, то прожимайте лайк. Ну и плюс проект, ну, по чесноку, блин, это уже совсем понты осталось. Видите, у меня 998 сундуков, еще 2 сундука и холдик, я тебя подожду. Да, я подожду его, и мы откроем 1000 боксов с ним вместе. Так уж и быть. Да, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. На косарь боксов мы сделаем супер батл, который никто не делал в галактике. Поэтому это будет очень супер мощно. И поставьте лайк, чтобы мне выпало лего с первого же сундука. Ну да, или мне. Ну, за подписку на канал вам еще выпадет лего с первого же сундука. Кстати, это факт. Это, кстати, факт. Я не хотел никому говорить, но ты уже заспойлерил. Просто это секрет, который должны знать только избранные. Окей. Хорошего настроения. Надеюсь, вы улыбнулись. Пока. Пока, ребят, пока.